день благоприятен для людей, родившихся в годы тигра, кролика, обезьяны и курицы. Хорошо в этот день, анализируя, принимать решения, брать посвящения, обеты, начинать лечение, покупать лекарственные сборы, строить дуган, субурган, почитать три драгоценности, совершать подношения, совершать покупки, дарить подарки, а также проводить похороны и поминки. Неблагоприятен день для людей, родившихся в годы коровы, дракона, овцы и собаки. В этот день не стоит приводить невестку, отдавать дочь невесты, заказывать и проводить обряд женсерик. Стрижка волос – к ухудшению облика. Отправляться в дорогу – к увеличению благосостояния.